Всем-всем привет! Сегодня 1 февраля. Вы посмотрите, какая у нас опять погода. Погода нас, девчат, не балует. Вот 6 вечера. Ну, часа в 3, наверное, начался снег, а сейчас уже полная метель. Дочь хотела привезти Кристину, завтра ей в зубную идти. И вернулись домой. Костя отменил работу на завтра. Ну как тащить ребенка в такую погоду? Это же ужас. Вы видите, что делается? Неизвестно, что будет за ночь. Это вообще. Но снегу метет. Вон уже тропинку Вера проходила, уже замело. Сейчас через окошко будем смотреть. Представляете, девочки? Вот такая вот погода. Мне там пришла пряжа. Сегодня звонили мне. Ну, еще там решают они вопросы. И насчет доставки, я говорю, девчата, дорога ко мне сейчас не доедет. Нужно как-то будет договариваться, чтобы на какой день, чтобы они мне привезли вот вниз сопки, там по трассе, а там мне их перевстретить или ехать самой туда, вот, и забирать. Не знаю, девчата. Сегодня что у нас будет с погодой, а то заметет, может быть, вообще, что двери не откроем. Это ужас какой-то, представляете, девочки? Я уже расстроилась, думаю, как же дочь повезет Кристину в такую погоду. Слава богу, Костя ей сказал вернуться домой. Завтра он не пойдет на заявку, а ей надо зубы лечить. Думаю, да ты что, с ума сошла дитя тащить в такую погоду? Она так сильно болела у них, переболевшая воспалением. Нет, я бы не рискнула в такую погоду ребенка тащить по улице. Тем более еще и мороз. Дело-то к вечеру. А как автобусы? Сейчас автобусы будут вообще плохо ходить. Вот. Вера сегодня после школы ходила там на стадион, рядом со школой. С подружкой каталась на коньках. И домой пришла, но еще такого бурана не было. Чуть-чуть только падал снежок, а это прям вообще. Вот, видите, какая погода. Я сегодня сняла видео по платью, по выточкам. Сейчас у меня монтируется, девчата. А сама сейчас буду смотреть, какой мне реглан выбрать на... Серая свою тунику или туника-платье тоже будет, посмотрю. И тогда уже буду сидеть, показывать вам, что у меня дальше по серой будет. Кетлевку вот сделала. И будем там уже расчеты делать. Ну, рассчитаю все. И тогда буду тоже снимать. А розовое платье я довяжу до той поры. Я сейчас померю, во-первых. Померю выточки. Может быть, там прибавлю еще петельки по 3. Ну, посмотрю, девочки. Если прибавлю, я потом в видео обязательно об этом скажу. И буду вязать до карманов. Теперь мне там просто вяжи и вяжи. Косынку я тоже вяжу. Получается красота, красота. Просто красота. Мне очень нравится то, что выходит. Ну, и сейчас вот раз уже дочку не ждать, я тогда посмотрю. Мне там написали вязание с Соней. Таня, посмотри, ленивый реглан. Сейчас буду смотреть. Но если что, потом к вам подключусь, мои хорошие. Вам хорошего денька. Ну, а нам, чтобы нас не замело совсем. Я уже переживаю. Вы видите, что творится? Что творится? Здесь у меня вот монтируется, видите, 40%. Видео. Цветы мои. Красота среди зимы. Вот, любуйтесь, девочки. Геранька моя и каланхоя. И вот моя геранька красивая. Вот эту я пересадить все же хочу. Смотрите, как задувает. Вон, видите, с крыши метет. Вот тут прям видно, что метет, метет. Кот пришел, мы его покормили. Вон несет, как снежок. И убежал, но он, видать, на чердак прячется. А Муся нет. Я думала, она в туалет просится. Она вышла в дверь и тут же в окно забежала. Сегодня спала с нами. Муська не пропадет. Она такая коммуникабельная девушка.
Она и к хозяинам ластится, и к нам. Ну, видать, выбрала себе двух хозяев. Конечно, и Ваську жалко. Вера пришла как раз. Мало там Вася пришел. Я говорю, сейчас сядем, поедим, и я Васю накормлю. Но накормили и Василия. Пошел. Вот там были следы, уже замело. Уже замело, девочки. В общем, зима это лютует. У нас обычно уже февраль. Ну, как бы проходят эти китайские морозы, и там уже оттепель. А тут посмотрите, что, видите, что делается. Юшка летит прямо с этой. Вон там сосульки висят. Видите, над крышей. Под крышей. И вот так вот метет. Прям метель. Да. Ладно, мои дорогие, я буду сейчас тогда заниматься, вот искать себе ленивый реглан. Сделаю расчеты и вам обязательно все расскажу. Девчонки, всем-всем привет! Сегодня у нас вторник, и у меня день начался сегодня сумасшедший. Я должна была пойти получать пряжу, но пряжу не получила. Позвонила знакомому, у него своя машина, он приехал. Я, говорит, тебя свожу, но там оплату они должны... тот магазин оплату произвести, чтобы мне получить пряжу. Или же дать согласие. Но вот сейчас им скидывала сообщение там на WhatsApp, они говорят, мы все решим. В общем, сегодня не получится с пряжей. Возможно, даже и завтра я ее не получу. Но там пряжа идет у меня на обзор, девочки. Я все-все вам обзор, конечно, сделаю подробнейший и расскажу о том магазине тоже вам подробно. Всех вас туда посоветую, направлю. Но раз так вот не получилось, говорю, тогда свози меня в светофор. Поехали в светофор. Он говорит, ну поехали. Поехали в светофор, девчат, приезжаем в наш вот светофор, в который мы всегда с Верой ездим. А там нету света и только наличные деньги. Налички-то нету. Как всегда, налички нет. Ну, что делать? Он говорит, поехали в другой светофор. Ну, поехали. А где-то там на Чапаева. Поехали, приезжаем туда, там то же самое. Только за наличку. Я говорю, почему, в чем проблема? Она говорит, интернета нет. Представляете, девочки, нет интернета. Все, магазин ничего не может пробить. Пошли там, бегали... через трассу переходили, там банкомат, я деньги сняла с карты, ну и вернулись за покупками. Покупок я сделала, как всегда, много, я попользовалась той возможностью, пока человек меня везет на машине до дома, я говорю, ну все, держись, говорю, Юрик, раз ты меня везешь, терпи, я сейчас наберу много, но много всего, потому что это не на руках, и не на такси. Я ему дала денег, конечно, на заправку. 600 рублей я заплатила, чтобы он заправил машину обязательно. Ну и пену там он, пену хотел. Я говорю, бери, я оплачу, тебе будет подарок. Будешь бриться, меня вспоминать. Но он действительно друг еще с молоду, знакомый мой. Помогает, девочки, помогает всегда. Спасибо ему, дай бог здоровья. Ну, хочу сказать, пришла, сейчас только пришла, его покормила, сама поела. Человек поехал домой, здесь Наташа звонит, что она ходила в зубной, сегодня едет с Кристиной к нам. Вера пришла со школы, поэтому мне сейчас нужно быстро сделать обзор посылки, видите, про посылку все мысли, как ее получить. Но на днях я получу, ну что, поеду своим ходом на автобусе, 6 там килограмм, довезу потихоньку, я думаю, что я довезу. Покупки. Хочу вам быстренько показать покупочки, девочки, что же я купила, и чтобы убрать до дочки с внучкой, все здесь прибрать, потому что ребенок сейчас приедет, и все внимание уйдет туда мое. Ну, а потом, возможно, все равно подключусь к вам. Покажу, что же у меня там, какие мои дела, какие продвижения и все такое. А сейчас давайте посмотрим, что же я купила. Набрала, девочки, всего много. Я сейчас буду потихонечку так сразу показывать и убирать, что купила.
Давайте с несъедобного начнем, да? Вот такой купила экстра дент. Удаляет зубной налет, защищает от кариеса, освежает дыхание. Мы уже брали такой с экстрактом алоэ, девчата. Зубная паста, она, видите, гофрированная. Все закрыто, запечатано. Паста неплохая. Две штуки взяла пасты. Сейчас буду сюда убирать, чтобы со стола убирать. Взяла вот такой сорти лимон. Кстати, классная. Вот чистить раковины я им чищу. Да все что угодно. Кроме как мою печку нельзя почистить. А остальное все можно почистить. Не содержит хлор. Две упаковки брала. Взяла. Потом взяла, девчата, Тимоти. Шампунь для всей семьи. Чистота и свежесть. С виноградом. Натуральные ингредиенты. Ну, взяла. Пахнет вкусно. Вот такой шампунь один взяла. И вот такой. Мицеллярный шампунь Пенка. С маслом органы. Думаю, тоже пахнет вот это классно. Взяла два вот шампуня. Запас должен быть всегда. Потом, девочки, я взяла вот такой гель для душа. Цитрусовый микс. Ну-ка тоже понюхаю. Я как это, нюхать? Да, пахнет неплохо. Вера что-то в последнее время, она вот гелью моется. Вот такая вот бутылочка, девчата. Здесь литр, много. И взяла ас глицерин, да. Хотела взять желтую, что-то она мне не понравилась. Она очень густая. Думаю, дай-ка я вот эти возьму. С глицерином две штуки. Здесь тоже по литру, наверное. Да, по литру, 2 литра получается. Это для посуды. Ой, я сразу буду потихонечку убирать. А что тут я еще взяла? Салфетки бумажные 100 штук. 2 упаковки столовые. Вот такие. Я люблю полотенчики, девчата. Но дети мои, они пользуются салфетками. А я по старинке, у меня маленькие вот такие полотенчики. Я руки всегда пойду вымою и вытру. Потом взяла вот такие тоже. Удобные для маленьких ручек. Салфетки из вискозы. Мне нравится. Я вот ими мою посуду. Не губкой, а вот так. А это, по-моему, будет мохнатиться. Это не та салфетка. Ну, купила раз уже, то пускай. Она все равно пригодится. Салфетки уходят. Взяла прокладки. 4 капли. 4 капли. 3 упаковки взяла. Это тоже должно у нас быть всегда в доме. Так, это вот все, что несъедобное, да? А, ну еще несъедобное, девочки, я купила лампу. Светильник светодиодный, вот такой широкий. У меня есть узенький. Знаете, какой? Сейчас покажу. Вон висит на стенке. Вот. Видите, вот. Вот полосочка. Это вот такая вот лампа. Вот загорелась, видите? Вот такая у меня есть. Я ее прикрепила к своему штативу. Резинкой прям привязала. Над столом. Но она большая. Здесь вот маленькая, а у меня еще длиннее. А эту взяла. Она мощнее, девчат, во-первых. Это я к столу туда прикручу, видите? Она здесь получается... Единственное, что у китайцев ерундовые вот эти вот штуковины. Не очень, это точно вам говорю. Видите, какие тоненькие. Но это я все сделала. У меня есть такой кабель. Можно вот крепить к стенке, к потолку, куда хотите. У меня вот здесь на кухне. Таня спец по этим лампам. Я все сделаю. Сделаю себе над столом на веранду, где вот тот стол у меня в углу.
сделаю, чтобы было освещение и на стол падало. Девочки, слепая совсем. А у меня на потолке вот такая лампа, только очень большая, мощная. Она освещает мне всю веранду, любой уголок. Но это хорошая вещь, я купила. Она что-то 190, что ли, рублей стоит. Что-то вот в этих пределах. Потом, девчата, что купили? Коту кушать. Ну, Муська ж помогает, и Васька тоже. Ваське не даем, а Муся ест. Дарлинг, здесь у меня 2 килограмма. Это, там у меня полпакета осталось. Думаю, ну надо. Взяли этот раз соус грибной, соевый. Вот такой, девочки. Ну, хочу сказать, такой светофор неплохой. Но наш светофор, вот, в который мы ездим здесь на Василковой, он побогаче выбором. Там побольше выбора. Но там тоже неплохой. Помещение огромное, просто огромное. Но товара там меньше. Холодильник там меньше, девочки. Так. Рис купила круглозерной. Зерный. В пакетиках для варки. Это Вера любит у меня. Вот когда некогда будет или лень будет что-то сготовить, выгодно. Здесь 8 штук. 8 штук. Да. Так, это чьи? Увелка. Увелка неплохая. Хорошая. Взяла 2 упаковки. Рису. Это Вера моя любит. И внученька придет же. Внученька тоже, кстати, любит. Что здесь еще мы взяли? Так, вафли. Сладонеж. Из чайной истории со вкусом арахиса. Так, так, так. Пишут, вафли с жировыми начинками не глазированные. Что значит с жировыми начинками? 500 грамм. Изготовитель России, Сладонеж, город Омск. Вот такие. Давно не брала вафли. Думала, надо к чаю, ребенок будет что-то взять. Потом брала вот такие уже не первый раз конфеты, девчат. Вот эти, кстати, вкусные. Здесь изготовитель ООО «Сириус». Так, это кто? Россия. Дрожжи арахис в кондитерской глазури с хрустящей корочки. Пирамидка «Сириус». Полкилограмма. Ну, а вот они вкусные. Вера их ест с удовольствием. Ну и внучка будет есть. Они там вот в этой треугольничке. И все они разные, девчата. Ну и птичку же взяла. Птичку. Птичьи сказки. Все поубираю от детей. В доступе не ложу. У меня еще и шоколад большой лежит. Коробка конфет лежит. Выделяю потихонечку. Потому что меры нет. Пока мы вот так не издеремся, мы будем есть. Поэтому все под строгим моим контролем. Вот такие вот шоколадки тоже любит Вера. 5 штучек взяла, батончики. Девочки, сосиски взяла. Мясной ряд первоклассные. Молочных моих этот раз не было. Одну заморожу в морозильник, одну оставлю. Одну оставляю, потому что сейчас будут девчата таскать. Я их взяла 2 штуки. 2 килограмма, то есть. 2 килограмма. Вот такое кофе взяла, опять же, с корицей. Вера любит шоколадом. Но почему-то нету с шоколадом. Здесь 20 пакетов по кило. Но это я уже взяла, потому что, видите, этот раз молоко у меня кончилось сгущенное, и я вот на это кофе перешла. Пила его. Ну как же без красной икры? У меня вот так вот там осталось в холодильнике. Я взяла еще одну. Из морских водорослей. Вот такая вот. Икринка. Девочки, вкусная. Напоминает прям настоящую икру. Ну, конечно, это не настоящая. Не подумайте, что я вас ввожу в заблуждение. Ну, кто не знает, то пусть думает, что я ем здесь ложками красную икру. Взяла для моего любимого Маркуши. Так, а что я взяла? Я по 4, по-моему, баночки взяла.
Да. Да, по 4. 4 взяла курица в соусе. Вы знаете, как ест? О, только треск идет за ушами. Нравится ему очень. И вот такую говядину взяла, тоже 4. В общем, 8 баночек. Пополним его запасы. У меня еще там стоят в подвале, стоят баночки, штук 6, наверное, есть. Но, девчата, поймите правильно меня, потому что машина пока в руках, надо пользоваться и надо быстро-быстро все закупить. Знаете, что я взяла на этот раз? Салат кубанский, 1 кг, 21 декабря упакован до... Да, 21 декабря. Дата изготовления. Здесь, значит, 60 суток срок хранения. Капуста, девчат, вот я давно хочу. Сама не солила в этом году вообще. И салат взяла огонек. Тоже 21-12 упаковано. Так, не более 60 суток. Россия, Хабаровский край. Так, 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 так. Село Федоровка. А это? Федоровка, девочки. Хабаровский край нам везет. Ну, вот такой взяла. И вот такой остренький. Думаю, возьму. Возьму, что-то хочется просто. Не знаешь, чего хочется. Рыбки взяла. Севтихоокеанская малосольная. Филе без кожи. Вот такой. Ну, такой мы брали, хорошее. Без соленого никак, девочки. И была копченая. Но я что-то копченого не стала брать. Взяла кусочек сыра. Российский. Так, здесь 270 рублей. 380 грамм. Ну, у меня там еще кусочки есть. Думаю, надо доедать. 102 рубля. Вот такой кусочек взяла сыру. Думаю, хватит, потому что сыр есть. Сало, девчата, взяла себе. Это второй кусок. У меня один кусок замороженный еще лежит. Но я заморожу. Когда не будет машины, будем доставать и кушать. Вот, 270 рублей за килограмм. 267 рублей. И на 170 рублей 638 грамм. Я, кстати, брала вот это вот сало, девчата. Вот такая этикетка. Оно вкусное. Кот, девочки, кот ломится. Да, я слышу тебя, заходи. Я думала, ты там остался, маркизка. Вот он пришел, мяу. Я пришел, да? Потом взяла колбаски, сервелат пикантный, колбаса варено-копченая. Это Верина колбаска, она ее обожает. И внучка, кстати, ее тоже любит. Потом взяла, девчат, колбасу для оливье. Вот такая. Неплохая, кстати, колбаса. Она же что-то дешевая была. Ну, по ценнику посмотрим. И гляжу, тот светофор, вот эту семейную, вот в этом светофоре, она вот такими палками, ну, 3 кг. Я брала как-то. Семейная мне вообще нравится. Она с чесночком. Вот, знаете, настоящая прям колбаска, как была... Раньше, какая была, я знаю. Я работала на мясном комбинате, поэтому пробовала и ела буквально вот только-только сготовленная. Она вот с салом, но колбаса, вижу, что они ее порезали батоны пополам. Вот этот, значит, за 1 кг 139, здесь 1 кг 164 грамма на 162 рубля без копеечек. Взяла, думаю, дети, мы, вообще колбаса идет. Когда нет колбасы, Вера грустит. Открывает холодильник, говорит, ну нет, ничего. Поэтому, девчата, взяла еще 2 куска корейка. Да, это одинаковые, вот я взяла вот такие 2 кусочка. Я их заморожу. Я их в морозилку ложу. Когда колбаса кончается, мы достаем ее. И режем на бутерброды вместо колбасы. Поэтому сейчас я приноровилась, что можно сохранить дольше те же сосиски. В морозилку, потом достаем, в микроволновку кинул, разморозил себе сколько надо и поешь. Ну,
Зима, девчат, зима, поэтому так вот. Значит, здесь 430 грамм, а здесь 492 грамма. И насколько это у меня вышло? Так, где-то вот. Вот этот кусочек за килограмм 322 рубля, девочки. Вот этот кусочек на 140 рублей. Нормальный. Но мясистое, немножечко вот сало. Так хороший. Вот это мне нравится. Щековина там была, я не беру ее, что ну, не нравится, она как-то жирная. И было такое, знаете, как вот буженина вареная. Там девушка говорит, возьмите. Я говорю, нет, такую я сама сделаю в духовке. А вот этот кусочек на 158 рублей. Нормально. Это я заморожу сейчас. Это в морозилку положим. Вера говорит, мама, ты семечки-то купила? Да, купила. Семечки крупные, жареные. Так, вот только не могу понять, черные или какие. Там были соленые, мытые, еще крупнее. Вот такие, девчата. Ну, взяла. Мусор. Это мусор. И взяла ей суперчипсы и краб. Вот такую пачку взяла. Говорю, ладно, возьму уж и краба. Пускай девчонка поест. Так, сейчас я вот это вот засуну в холодильник. Маркизик, сейчас мой мальчик мясо еще будем показывать. Мяско уберем. У нас еще вот сыр. Вот, видите, какой кусок остался. Надо его тоже съедать. В общем, брала понемножку, потихоньку. Думаю, сейчас я того возьму. В том холодильнике у меня еще завалы. Это сюда это будут кушать. Сейчас, Маркизка, подожди, моя хорошая. У нас еще копченая вон там колбаска была. И сейчас покажу, что я купила. Я купила рыбы. Вот он, что меня учит. Он рыбу чувствует. Да? Ты рыбу чуешь? Ой, девочки. Верите, нет. Вот такая еще сумка. Нина мне присылала с Германии посылку. И три вот таких вот сумки. Вот такие, девочки. Она настолько сумка удобная. В ней выдерживает 15 килограмм. Вот в этой сумке я уже хожу. Ну, вот это точно. Мы ходим с ней в магазин. Именно вот в светофор. Все складываем и несем. Девчата, я взяла два вот таких пакета терпуха. Вот рыба. Ну, она тут, конечно, мелковатая. Но ничего. Вот этот пакет по 55 рублей вообще за даром. 120 рублей вот пакет. Так, а этот пакет сейчас посмотрим. И я потом уберу. Понесу в морозилку сейчас туда наверх. А этот 124. 2 килограмма 260 грамм. В общем, две упаковки вот взяла я. Рыбы. Рыбы ж хочется, девочки, да? И 4, по-моему. Сейчас, девчата. Да, 4 я взяла. Вот таких. Любимое мясо. Бедро цыпленка бройлера. Вот здесь кило 606. Так, сколько стоит? 196,74. Ну, около 200 рублей. Здесь цена за килограмм 122,50. Смотрите, какие хорошенькие, да? Я купила 4 штуки. Юрик смотрит на меня, говорит, Тань, ты что так много берешь? Я говорю, Юра, мы всегда берем очень много. Берем, потому что на горе живем. Вот ты приехал, говорю. Так, это я в сумку. Сейчас я отнесу 4 таких упаковки и 2 упаковки рыбы. А ты рыбу чуешь, да, дружок? Вот такая сумка тяжелая. Сейчас я понесу. Представляете, девчата?
Ну, я довольна, что я купила мясо, это самое главное, рыбу. Кошки, это тоже главное. И колбасы. Остальное, что мне надо будет, я пойду потихонечку и куплю на Луговой и потихонечку принесу. Вот такой сегодня у меня чек. И вот это тоже мой кусочек. Она еще, знаете, как пробивала нам чек. Мы уже с Юриком вышли во двор. Упаковываем, значит, сумки с этой тележки. Складываем в машину. Девушка выходит, говорит, женщина, женщина, ваша лампа там. Я говорю, да, моя. А что, говорю, мы ее не забрали? Она говорит, нет, она другой женщине ее пробила. Да два раза. Я говорю, да вы что, сейчас, говорю, чек достанем. Пробила, не знаю, не пробила. Говорю, я еще и не видела. Ну, вернулась, они там что-то делали, что надо было возвернуть той покупку. Она же ее пробила. Короче, потом вот минут 10 там стояли, пока разбирались. В итоге я отдала этой женщине за лампу наличкой, забрала лампу и пошли домой. Лампочка стоит 186,90. Вот, 60 сантиметров. Чек у меня, девчата, вышел на 4,612, ну и тут 200, на 4,800. Вот, ну как обычно сходили. Я сейчас отнесу мясо в морозильник, заложу и уже приду, озвучу цены, девчат, хорошо? Ну вот, девчонки, я хоть села, я чуть прям аж устала, вы представляете, это я как с утра сегодня завелась, и я еще не приседала. Там по городу сколько бегали, мороз такой хороший. Идем, я говорю, ой, мороз так хорошо, прям щеки щипит такой мороз. Розовые стали, как поросята. Но воздух чистый-чистый. Ай, ну, быстренько. Вот дай Бог ему здоровья. Он говорит, Таня, я отработаю. Он 3 дня сейчас работает, 3 дня отдыхает. Потом 3 дня будет работать. Вот 3 дня будет, 3-й день отдыхать будет. И мне как раз должна прийти с азбуки вязания пряжа. Там 13 бобин. Вот это я точно не принесу сама. Поэтому говорю, Юра, ты мне привезешь? Он говорит, привезу. Ну, это уже вот тут, прям внизу моей сопки. Единственное, что заехать туда на склад, получить и привезти до дома. Эти 6 килограмм я уже сама поеду и заберу. Даже автобусом доеду, и тут потихонечку я зайду. Мне главное тебе привезти. Ой, вот жадная какая. Ну, ладно. Девочки, я зачитаю сейчас чек, цены. Не для хвастовства, а для того, чтобы вы могли сравнить в своем городе, где вы живете. У многих сейчас есть светофоры. Какие у вас цены, какие вот у нас на Дальнем Востоке. Это цены Владивосток, для новеньких говорю. И, девчата, я вот первый раз была в том светофоре. Он, во-первых, далеко, туда добираться, конечно, у кого машина, тот приедет. А вот так своим транспортом я бы не поехала, не рискнула далеко добираться. Именно от меня, от моего дома. Здесь вон я села, 2 остановки, и мы в светофоре. Но вот урок вынесла из того, что наличка должна быть. Мы сидим, почему, говорит, почему безнала нет, почему, может, деньги у хозяев кончились, им нужны налички, ну, смеялись. Ладно, девчат, я вам зачитаю сейчас. Соус устричный, грибной, 500 миллилитров, 56,50, что это за соус, у меня вроде бы нету. А что за соус она мне посчитала, это не мое. Я не знаю, я не брала такой соус устричный. А, все, вот тоже я. Это соевый соус, а пишут устричный. Грибной там написано. 56,50, бутылочка. Салат «Огонек». Что туда входит? Морковь, огурец, дайкон и перец сладкий. 500 грамм, 96,50. Салат «Кубанский», капуста, морковь, перец. А, чеснок, перец, что-то, болгарский,
чеснок это килограмм, ого, 144 рубля. Надо самой солить. Ну, девочки, ну за капустой не пойду в такую вот погоду, не хочу. Сервелат пикантный, 750 грамм, ратимир наш, 114 рублей. Колбаса семейная с чесночком, хорошая колбаса. Она стоит 140 рублей, но палочка у меня вышла, там килограмм и 144 грамма на 160 рублей. 2 рубля. 30 копеек округляю до рубля. Где 10, где там вот 30 копеек. Буду говорить круглым рублем. А потом российский продукт. Это значит не чистый сыр. 50% сычужный. 380 грамм. 102 рубля. И за килограммом 270 рублей. Ну, пиццу сделаем. Пиццу сделаем. Колбасы накупили. Сделаем пиццу. Филе сельди без шкуры на подложке. 0,5 килограмма. 118, девчат, рублей. Сало. Вакуумная упаковка. За килограмм 267 рублей. У меня там кусочек 640 грамм на 170 рублей. Ну, сало хорошее. Я иногда, знаете, мне хочется эту картошку пожарить. Именно на сале. Вот я жарю. Вера, так она у меня, мама, не ложи. Я из-за нее стараюсь как бы не ложить. А когда она говорит, я буду макароны, я говорю, а я себе картошечки пожарю. Вот тогда я там настругаю сальцо, оно вытопится, на нем пожарить картошечки и вот эти выжарки съесть. Это вкусно. Я люблю. Икринка красная, пластиковое ведро за 650 грамм. 47 рублей, девочки. Вот. Потом, значит, оливье. Мясосодержащий продукт. Колбасные изделия. Вареное. Ратимир. 98 рублей. Девчат, кстати, вот они пишут на оливье, на салат. Я как-то брала. Она вкусная и такая плотная колбаска. Можно без всякого салата кушать на бутерброд. Съедим. Терпух, девчата. Вот терпух меня порадовал. 21 сантиметр, но он маленький. Молодая, значит, рыбка. 55 рублей за килограмм. У меня один пакет вышел на 124 и один на 121 рубль. Бедро. Вот чье я вам не сказала. Но буду готовить, я потом скажу, чье это производство. Я что-то... РММТ написано пакет. Надо было посмотреть. Ну, наверное, это не наше. За килограмм бедро 122,50. У меня вышло на 224 и на 214, кило 830 и кило... Ой, стул подо мной не развалится, скрипит. И кило 750. Стул старый, выкинуть жалко. Еще теткины стулья. Ой, уже расклеиваются девочки им по 60 лет этим стульям. Но я не выкидываю. У меня что-то... 3, наверное, или 4 стула еще осталось с тех советских времен. Надо на них просто связать эти красивые. Но я их не выбрасываю. В общем, вышло на 430 рублей почти. О, нет, это 2 пакета. А у меня же еще 2. Вот третье бедро. 4 у меня бедра. Так, так, так. Тоже кило 734, кило 606. Вот они, вот. Раз, два, три, четыре. Да, бедра у меня вышли, значит, 224, 214, 212 и 196. Ну, около 900 рублей, девчат, за 4 пакета, грубо говорю. Это нормально. В магазине я бы отдала, ну, в 2 раза бы дороже, это однозначно.
Сосиски первоклассные, вареные Артемир. По 103,50. Две я взяла пачки, 207 рублей. Вот. Корейка экстра. 322 рубля, тоже Ратимир. Это наше производство, Владивостокское. Вот. И у меня вышло 430 и 500 грамм. Ну, почти килограмм, девчат. 138 и 158. Килограмм. Я заморозила. И эти, в морозилку положила эту корейку, сало. И сосиски две пачки тоже туда положила. Ну, колбаса будем, колбасу съедим. А потом уже будем доставать туда сосиски. Сейчас надолго нам хватит. Корейка опять экстра. Ну, тут две у меня их. А, ну я сказала их ценники, да? Килограмм вышел. Корм Дармлинг для кошек, овощи. 2 килограмм. 2 килограмма, это который красная упаковка. 223,50, девочки. Я вот это вот не пойму. НДС 20%. Это все плюсуется, НДС, к нам? Или наоборот минусуется? Вот тут не могу понять. Под каждым изделием НДС 10%. То ли оно минусуется с нас, то ли оно к нам плюсуется. Ладно, фиг с ними. Прокладки женские, девчат, 21 рубль стоит, 12 штук. Я их 3 штуки взяла. Салфетки бумажные по 13 рублей. Я их взяла 2, там по 100 штук. Вафли полкилограмма со вкусом арахиса, чайные истории, 68 рублей. Корм для кошек 32,90, я их взяла 8 баночек, 131,60 и 131,60. Получается на 270 почти рублей. Нормально. Салфетка универсальная вискоза 35 рублей. Рис Увелка 49,90. Там был, девочки, рис. Такая упаковка, по-моему, 900 грамм, что-то около 40 рублей. Я еще говорю, Юрк, смотри, рис дешевый. Но глянула, он не такой, вот как я беру. Я беру приморский, он резинка от резинки, вот такой формочка одинаковая, а там как дробленый прям он был. Ну и были спагетти какие-то вот темные китайские, их не беру. И была лапша яичная, вот это в пачках такая крупная, свернутая, закругленная. Я ее тоже чуть ни разу не брала, девчат, не знаю. Конфеты «Птичья сказка», ну это мы берем все время. 71,90. Шоколадный батончик «Спринт». 49 рублей. Дрожже вот это с арахисом в кондитерской глазури 140 рублей стоит. Чипсы 300 грамм 86 рублей. Чипсы дорогие. Маккафе капучино с корицей 185,50. Ничего не подорожало. Все цены те же, прежние. Но у нас, это у нас. А у вас не знаю. Смотрите. Семечки полкило, жарено-соленые, соленые, значит, 53 рубля. Как я люблю семечки, но чем бы было жевать? Чем бы было жевать, девочки? Ну, давно уже не грызут, давно. Мне семечки заменяет моя пряжа любимая, я сижу, вяжу, поэтому. А вот когда не вязала, ой, семечки сорта, по-моему, не вылетали. Сухое чистящее средство сорти лимон. 400 грамм, 20 рублей всего. Кстати, оно хорошее, девчата. Ну, такие поверхности. Унитаз можно почистить, раковину можно почистить. Ту же кастрюлю можно почистить. Но печку я не чищу таким. Микроволновку я тоже такой не чищу. Надо брызгалку. Я купила, у меня есть запас. Под мойкой у меня битком забито. Я как-то показывала девочке. А там вторая еще тумбочка, где шампуни, мампуни, всякие крема, мыла.
там тоже забито. Верочка, как ты сказала, мама, у тебя всегда все есть. Я говорю, Вера, присматривайся, чтобы у тебя в жизни было всегда все в достатке. Чтобы не то, что вот пошел там и купил всякой ерунды. Нужно брать то, что... Ну, моющие, чистящие, это необходимое. Чтобы не быть неряхами, как это. Это должно быть всегда. Вот приболел или непогода. А раз и нету, ну как? Туалетную бумагу мы тоже по многу забираем всегда. Упаковками берем. Мыло тоже упаковками. Ну, у меня запас хороший мыло там на год вперед. Ладно. Средства для посуды АОС. Килограмм. 70 рублей я два взяла. Гель для душа Изабелла, литр, 55 рублей, нормально. Зубная паста, девчат, 31,50, 170 грамм. Я взяла два на 63 рубля. Пена для бритья. А, ну это я Юрику подарила. Он что-то так смотрел на нее, говорю, что тебе надо? Он говорит, да надо. Ну я весь в кредитах. Жадноватый мужичок. Я говорю, бери, это подарок тебе. Ну, взяла ему. Он говорит, а нет, хороший. Я говорю, ну, бери. И она стоит 100 рублей. Мицеллярный шампунь Натураль Баунти, что ли, 400 миллилитров, 46 рублей. И шампунь еще один, 62 рубля 50 копеек. Два шампуня взяла. Тоже Натура. Ну, я не прочитаю здесь. Ладно, какая разница. Итого у нас итог. А, и вот моя лампа, мы же разбирались. Светодиодный линейный свет. 60 сантиметров, девчата, она. 220 вольт, 20 ватт. Ну, завтра я сделаю ее, посмотрим. 186,90. Вот здесь вот данные ее. На какую мощность, вот кому надо, вот смотрите, вот здесь. Это я вчера только с Ирой Мусиной разговаривала. Вот она на 200 рублей, и здесь у меня 4600. Ну, 4800 мы отоварились, нормально. Я вчера только разговаривали, мы за вот эти лампы. Я ей показываю, говорю, Ира, видишь, какая лампа? Ну, вот это вот дневной свет. Я ее прям вот штатив, который у меня над столом, я взяла его резинкой бельевой, вот так привязала в двух местах к штативу. Чтобы над столом освещение было. Она говорит, ой, я хотела, Тань, купить вот эту круглую лампу. Я говорю, не покупай. У нас их давно-давно продают. Вот эти круговые лампы у китайцев. Их полно разных, девчат. Там типа штатива ставится, потом телефон ставится в нее, в этот круг. Но для мастер-классов она не идет. Она вот будет у вас стоять тупо, да, и светить в одном направлении. Ну, там вот поставлю, если я здесь, я сяду. И она будет меня освещать, и вы будете видеть, какая я красавица перед вами сижу. Все. Толку-то от того. Вы же так меня сейчас видите. Прекрасно, я думаю. Нормально видно меня. Я говорю, не трать деньги. Да еще такие дорогие. Там что-то, знаете, около 2000 и выше даже есть. Я говорю, вот такую лампу пойди купи за 200 рублей. Муж тебе сделает над твоим столиком, где у ней там компьютер, где она вяжет. И будет все освещаться, и все прекрасно. Она говорит, действительно. Я говорю, да. Китайцы, они быстро... Русский только подумает, китайцы уже выпустили и уже продают. Они же, вот понимаете, чиселка там для овощей, это для свеклы, это для морковки, это для лука. Деньги, девочки. Сейчас мир потребления, рынок, как бы сказать, нас всех посадили на потребительскую иглу. Нам нужно пойти что-то купить, хоть какую-то мелочевку, и мы будем счастливые ходить, как первобытные папуасы. Это точно, вот точно, девочки. Я иногда, иногда себе позволяю вот такие необдуманные покупки, но в основном уже стараешься как-то вот то, что нужно, да, вот я имею в виду промышленные товары. Там была сегодня сковорода, и, кстати, хорошая с антипригарным устройством, этим вот покрытием,
что-то 655 рублей. Я ее повертела, а потом говорю, да есть же сковородки, что ты жадничаешь? И положила ее назад. Не стала, девочки, брать, не стала. А вот в продуктах, да, в продуктах я беру, я никогда не жадничаю вот в этом плане, потому что если бы были магазины рядом, да, я бы, конечно, брала бы понемножку, пошла бы купила, съели, пошла бы еще купила. Но так как мы живем на нашей сапяре и у черта на куличках, и транспорт к нам, автобусы не ходят, машины тоже такси, видите, как летом мы пользуемся такси, с магазина выходим и едем, берем такси. Так сейчас к нам не едут. Вот, не едут такси. Вот до низа, вот тут раз нас довезли, вот до тропы, вот как я кашу тропу до трапика, вот туда вытащил, а у нас две огромные сумки, девочки, и еще по пакету. И я их принесла, помню, перебежками. Вера два пакета, а я вот эти же сумки, которые сегодня брала, я их донесла. На второй день у меня не было спины. Думаю, нет, надо как-то... Вот я стесняюсь вот Юрке позвонить, хотя знаю, что он никогда не отказывает, он всегда приедет. Но я его не обижаю, девочки, я ему плачу, допустим, говорю, на тебе вот денежку, иди заправь машину. Вот, потому что это бензин дорогой. У нас, кстати, бензин, сегодня мы вот заезжали, он заправлялся, 52 рубля с копейками, 52,40, по-моему, был, 95-й. Вот, и то не на каждом... не на каждой автозаправке. Он на мой маркиз сидит, видите? Наелся, баночку ему открыла, накормила его. Не на каждой даже заправке был дорогой бензин. Поэтому я понимаю, я не наглею никогда. Если человек соглашается, меня везет, то я и накормлю. И, видите, и купила ему и пену в подарок. Говорю, Юрка, бери, не стесняйся. А когда берут, бери. Бьют, беги. Бьют, говорит, беги. А дают, бери, да. Ну, и вот заправила его на 500 рублей, мы заправились. Ну, получается, 10 литров он залил. Я говорю, Юра, ты меня потом отвезешь? Он говорит, без слов, звони, я тебя отвезу. Думаю, ну, слава богу, мне хоть привезет пряжу. Я говорю, за той пряжей я сама схожу, говорю, Юрик, а вот за вот этими 13 бобинками ты уже, говорю, меня свози. Он говорит, давай я тебе и сарай построю. Я говорю, да, построишь ты мне сарай. Сарай надо строителя, чтобы сарай стоял, не сломался. Да и рано еще, девочки. Но на этом, наверное, мои дорогие, я уже не буду этот влог продолжать, да. Я его сейчас буду монтировать. Сейчас налью себе чайку или кофейку лучше. Ну, гляньте на этого красавца. Маркиз мой сидит, видите? Мой мальчик золотой мой. Маркизик, Мусенька убежала. Муся предательница, спала со мной всю ночь. Вчера еще Маркизу помоськи дала. Маркиз к ней подходит, она как зашипит. И по мордасам. Я говорю, Муся, будешь так себя вести, вылетишь у меня в окно. Она как все понимает, девчата. Она так утихомирила свой пыл. Пошла с гордо поднятой головой ко мне в ноги, легла на диван и спала всю ночь. А этот жених, муж-то ее, да? А он на подоконнике всю ночь спал, охранял наш сон. Ну, утром встали, я смотрю, у Гали печка дымится, Галя пришла. Она рано-рано встает и приходит, печку протапливает, через день топит дом. Я говорю, Муся, Галя пришла, вот что значит умная. Я вот удивляюсь и поражаюсь ей. Она, засранка, ушла утром, и ее, девочки, нету. Вот если Галя уедет к вечеру в квартиру, Муся нарисуется. Если Галя будет здесь ночевать, Муська будет там с хозяйкой. Но она, наверное, тоже по ней тоскует. Она выбрала две мамки себе. Видите, какая умная кошка. Вчера пришла... Сходила в туалет, пришла и говорила, лапки, мол, пожалей, заморозила лапки. Я ей глажу лапки, она так мур-мур-мур-мур. И такая хитрая, один глаз смотрит. Гладишь ты меня или не гладишь? Ну вот животинки, понимаете, они как и люди, они все понимают, все. И ласку, и гнев, как начнешь на нее так, Муся, что такое?
нельзя обижать маркиза. Она прям понимает. Сразу так раз настороженно скажет, а то выгонят. Ладно, мои хорошие девочки. Вот я с вами поговорила. Наговорила. Сейчас буду ждать дочку. Дочка-то, наверное, уже выехали с Кристиной. Завтра уже к вам буду подключаться. Сегодня все равно я повижу. Однозначно. Я вчера... Ладно, открою вам секретик. Я вчера мое серое изделие распределила на 4 части. Вот здесь берется у ленивого реглана по одной петли, а у меня здесь будет по 5 петли. Здесь 5, сзади, здесь и здесь. По 27 петель у меня будет вот этот идти регланная линия, а здесь будет лицевая. Лицевая, значит, гладь. Девочки, я связала уже один раппорт. Получается красотища. Еще один раппорт свяжу. А лучше всего полностью кокетку, наверное, я свяжу до пройм. И потом я вам прям вот все-все подробно расскажу, как я рассчитала. Там немножко я в схеме убрала, по-моему, 3 петли я выкинула. Да, 3 петли я выбросила. Там 27 у меня, а там, по-моему, было на 30 или 31 даже. Ну, я уже не помню. Я все-все записала на бумажечку. То, что получается, уже нравится. Вот видите, прошлый год, по-моему, я завязывала с этого, с этой пряжи. Меня спрашивала, там женщина пишет, Таня, что же это за пряжа такая красивая? И это, девочки, Ализе Супер Лана Классик. Она настолько мягкая, настолько ей приятно вязать. И вы знаете, я начала горловину я на 3,5 там. Вязала на 3,75, потом перешла вот круг, когда, ну, с двух спиц снимала на 3,5. А само тело я стала вязать на моих деревянных спицах, которые Ниночка мне из Германии присылала, на деревянных на четверке. Замечательно. И спицы поют в руках. Такой я кайф получаю. Спицы идеальные. Я давно ими не вязала, кстати. Думаю, а что это я все на Адиклик вяжу, одно изделие. Пусть будет там, да. Потом на кубиках я недавно вязала. Дай-ка я деревянный возьму. Вот пряжа просто шикарно вяжется на этих деревянных спицах. Ладно, а то меня опять не остановить. Всем-всем-всем здоровья, милые мои дорогие девочки. Берегите себя, не болейте, это самое главное. Ровных вам петель, приятных покупок, хорошего настроения. Я вас всех обнимаю, целую. С вами была ваша Татьяна. И всем пока-пока. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, нажимайте там на колокольчик. Периодически проверяйте свои подписки и колокольчик, потому что бывает, что не приходит оповещение. И до новых встреч вам всем. Пока-пока.